сколько надо денег проиграть, чтобы стать профессионалом в покере? Ты, по-моему, перепутал. Вообще, наверное, скорее выиграть, а не проиграть надо. Какая гадость! Куни таким жестко делать. Чувак, я советую терминологию тебе подтянуть. Куни не пальцем делают. Ну что, какой шанс, что там дама или туз 5? Да ну твою мать, а? Король 6? Вот так вот, да, вы со мной, значит? Я не знаю, ну не очень приятно, но надо колить. Кстати, вот это не факт, что вылюбить. Но, в принципе, здесь столько всего промазало. Если уж я рандомного валета, непонятно как взавшегося у меня в диапазоне нет вылюбить. Проблема в том, что ему чеколить не с чем особо. То есть, ну хотя, почему не с чем? Найдет, наверное. Здесь 7, видите, нашел. Хорошо, получилось. Но плотно я просто кол сыграю. Ну, без пики будь. С пикой. Не, кэш-аут. Без пики получше было бы, конечно. Больше бы денег дали. На флопе кэш-аут возьмем, смотрите. Взяли. Что со мной не так, а? Все не так. Ты дурак? Давайте по старой схеме. Берем кэш-аут на флопе, да? Или натер, давайте натерни. Вот, сейчас можно. И 10. Эх. Такой гэмбл с этими кэш-аутами, конечно, лол. Но здесь вроде порейзили на флопе нас, но все равно любет есть. Я видел в таких спотах на сплит люди колят. Ну и кол, естественно, есть. Отпихнули просто. Да ладно, бланк вышел, офигеть. Но здесь интересно, что, неужели поделим просто? Это ж так скучно будет. Опа. Как вовремя. Я и закончу стрим, если я не успею вернуться к этой раздаче. Именно с нацем на ривере, когда тебе чекрейс на тер не поставили. Ё-пэрэсэте, пожалуйста, 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 таймбанк, пожалуйста. Ну должен успеть, должен, если не успел, то это пиздец. Я вижу этот стол. Я нажимаю кол. Валет 9, сюда. Он, наверное, обрадовался, когда увидел, что я в дисконнект ушел. Эквити блефа подросло. На тер не возьму. Брать, не брать. Да не, я в замазке. Вот, по-мужицки. И все, съебался. Пришел попиться за стол ко мне, не получилось, ушел. Спасибо за 2.5. Здесь меня порейзили и дальше плевают. Я не знаю даже, справлюсь ли я. Не справлюсь, конечно, блять. Куда я справлюсь-то, вы че? Где я и где справлюсь? Да пиздец. Еще даму постелить надо ривером обязательно. На 5к я все всадил, все, что непосильным трудом наживал. Все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3. Много рук сильнее там будет, ну у нас типа. Еще в сет попал. Ой, я аутов натратил, ебанцы просто. Челой, блин. Походу не в лучшей форме сегодня. Решил выступить красиво я. Естественно, в сет надо проблефовать 2500, блядь. Я хотел кэш-аут на флопе взять. Как так-то, ёпарсетэ? Твою мать, блять, а? Забирай уже, блять, вообще. Как за***ть.
у меня это. Просто, дед, я уже плохо играю, из-за этого сейчас еще больше залью, я знаю эту историю. Одна история охуенней, другой просто. Ну давай дважды, ладно. Обидно. Рулю. Надо стопать, ребят. Что-то я расклеился. Просто. Так нельзя играть. Ну давай один раз, что-то дешево как-то. Дрон, да. Вроде сверху на флопе, но кушаут не дали взять. Печально. Роналд, ты просто для сетап ты в этот поте, конечно. Что я оплатил, зачем? Так, первая надежная. Вторую надо тоже. Да хорош. Ладно, давайте. Сет, ясно. До свидания.